мартовский комикс. Отечественная история. Занятную историю придумали античные о том, что в жизни каждого возможен поворот. Жила когда-то в Греции девчонка симпатичная, в глазах моря бездонные, фигурка приворот. Медузы звали девушку, да, имя необычное, но обсуждение имени в контексте поведом. Вернемся лучше к повести, оставив мнение личное, услышала красавица владыка Посейдон. Божественные промыслы нам, людям, удивительны, а страсти Посейдоновой судачит океан. Владыка был настойчивым, он действовал решительно, вмиг бесчестил девушку и скрылся хулиган. Не суждено закончиться сюжету положительно, поскольку безобразие случилось в алтаре. Афина, оскорбленная, метнула стрелы мстительно и превратила в чудище девчонку на заре. Это чудище так. Заря зарей сменяется, и подвиги, воспевшие на битву, мчатся витязи уже с Эладой всей. Но лишь увидят чудище, стоят окаменевшие. И тут, богами посланный, является Персей. Герой, недолго думая, махнул мечом стремительно. Волшебный взор чудовища немедленно погас. Финита ля комедия. Ну вот что удивительно. Из тела расчлененного вдруг выскочил Пегас. Отличная история на этом не кончается. Возможно, зашифрован в ней какой-нибудь совет. Красивая замажется, но иногда случается. Из чуда убиенного рождается поэт.